Идем собирать ягоды. Черника. Такой Бауэрхоф. Кукуруза у него немножко растет. И такой большой огород. Ой, вчера такая жара была. Сегодня хоть немножко утихло, все равно жарко. Ой, сейчас ягоды наберем. Так. Ну, ночью дождик был сильный. Рукавички оденем. Да, доча? Слушай, а что вот у них такая крупная? Ее надо всегда подрезать, наверное. А у меня дома она такая, это... Вау! Вкусная. Вкусная. Сейчас найдемся. Ну, такая жара стояла, конечно. Ну? Мы с тобой собирали один раз, помнишь? Да. Сразу назад, да? Где? Это, наверное, будет. Ой, какая вкусная. Хоть подразню снег. Ой. Слушай, я как будто голодная, не ела целую неделю. Сейчас наемся. Слушай, много, да? Ну, ты вот теперь заметила, что у нас дома у меня стоит вот эти 6 кустов, и их надо обрезать. Я хочу, чтобы у меня такая дома тоже крупная была. А? Так, я, значит, на эту и ты сюда. Хитрая. Каждый куст разный. Слушай, мне кажется, прошлый год была она больше ростом. А? Они обрезали, наверное, ее. Ой, я хоть всех подразню теперь. Значит, сказал сзади. Ну, пойдем взад. Значит, пойдем сзади соберем. О, вот здесь крупная. Нам просто повезло с погодой. Стараюсь собрать крупную. Пусть люди смотрят видео хоть. Подразнюсь. Доня, тут такая крупная есть. А? Мне надо рукавицы одеть. Это крутится. Вертушка. Что, уже пол ведра набрала? Молодец. Ну, людей немного еще. Наверное, попозже. Привет. А на полу сколько лежит, смотри. Значит, она говорит, нам сзади есть. А может, она хочет, чтобы мы сзади собрали, а они потом впереди. Мы еще потом клубнику пойдем соберем через дорогу. Рукавички одела, ведро поставила, начнем отсюда. Нет, Доня, пойдем крупную с конца начнем. Крупную с конца начнем.
Она прям сама падает. Да? Нет, я хочу крупную. А крупную надо с той стороны пройти мне. Это мелко. Хочу крупную, хочу крупную. Ой, сколько много. Я такая довольна. Сейчас наемся. Она помытая, ночью дождь прошел. Смотрите на полу сколько. Потому что ураган сильный был. Гевитер. И все. На полу упало. Но все равно что-то осталось. Так. Ну все, подразнила. Сейчас буду собирать.